Всем привет! Сегодня мы будем открывать яйца, как обычно. Сегодня попытаемся оттуда вытащить вторую седну. Если получится, думаю, получится. Там больше 10 попыток. Посмотрим, какой шанс. Некроса, правда, сегодня нет. Так, что у нас сегодня падает? Череп, одержимый, всадник, сердцеедка, Тесса, Афина, седна. Донатных убрали отсюда. Как-то странно. Так, по призам обычное яйцо, редкое, легендарное. Ну и как обычно. Короче, как обычно, куча разного говна. Поехали. Начнем. Так, сущность рыцаря. Вот оно пошло. Пошел трешечок по расходникам. Редкое яйцо питомца, самики, значки. Так, ну давай что-то интересное. Интересно, как сегодня будут падать герои. Опять где-то, наверное, на 200-ю попытку засунуть седьму. Так, золотой ключик. Кристаллики. Ну давай, давай. 20 попыток уже почти. Ну где-то должны уже герои падать. Да, два пака и ни одного героя. Вот он, первый герой, череп. На третьем паке упал. Странно, руны воодушевления тоже что-то не падают. Призрачный всадник, второй герой, одержимый, третий, что это было? Два героя подряд, это жесть. Так, самики, самики я люблю. Ну, у нас осталось сердцеедка, Тесса, Афина, седна. Вот он, второй одержимый. Короче, сегодня день будет одержимых. Так, кристаллы. Самые. Ну давайте уже что-то интересное. Значки почета. Ну, первая руда. Воодушевление. Еще одна рунка. Ну, честно говоря, психощиты были намного интереснее, чем эти руны. Вот сердцеедка на пятом паке получается, да? 48-4, да, пятый пак. У нас осталось Тесса, Афина и седна. Три героя. Добиваем пятый пак. Странно, что они накрасово убрали с акции вообще полностью. Всегда был на выходных. Так, ну, есть 5 паков. Побежали дальше. Так, значки почета, которые уже никому не нужны. Так, ну давайте уже. Тесса, Афина, седна, приди. Так,
200 самов. Это, конечно, хорошо. Вообще трэш. Сколько мы уже открыли. Еще ни одного героя не выбили отсюда. С 50 паков. Ой, с 50 попыток. Сколько? 28 уже. Да. Наверное, была самая кайфовая акция со временем. Просто говно стало, а не акция. А еще и руны убрали. Так, 40 попыток осталось. Вот она, Тесса. 88. Это что у нас получается? 7, 8, 7. 7 паков Тесса. Ну, Афина и Седна 34 попытки. Интересно, удивит IGG или нет? Самики. Круто. Ну, в принципе, это очень хорошо. 100 попыток. Это что у нас получается? 8. Почти 9 паков. Ну, это хорошо. Это радует. Но Афину так и не получили. За 9 паков Седна пришла. Прокачаем ее с каменкой, наверное. Хотел Седну, получил, да. Так. Ну, вкачаем ее с каменкой, потестируем. Герой очень интересный. Так, легендарная. Ну что, будет Афина сегодня или нет? Значки подсчета. Да, Афину даже не дали. Ну, хоть Седну выбили. Вторую. Не с ролла, а так. Руна воодушевления. И... Нет, Афины сегодня не будет. Так, смотрим. Ну, скажу, ничего так вроде. Вроде интересно. Одержимых только двое упало. Ну, хотя бы Седну выбили. Недостающего второго героя. Так, а ну-ка, что у меня по осколкам тут получается? Она в акциях, по-моему, была 100. Я думаю, ее добавят, наверное, скорее всего, что завтра осколками с за покупку самоцвета, в общем, баназу сделают, скорее всего, будет так, можно будет еще собрать одну осколками. Ну, этих троих там нам так и не дают. Странно, почему. На китайке вроде уже давали.
Да, есть. Ну, в принципе, для нее и талантик есть у нас уже. Каменка на смене. Поэтому завтра будем, возможно, качать, тестировать ее, посмотрим, что она будет из себя представлять с каменкой на максималке. Все, пишите комментарии, что кому упало. Подписывайтесь на канал. Как обычно, ставьте лайки. Всем пока.